Так, это у нас получается основной ресторан отеля Бадавая Резорт энд Спа. Он считается троечкой. Это завтрак. Значит, вы сами видите. Можно. Next, okay? Окей, шукран. Значит, вы сами видите, что приготовлено. Огурцы, в общем, нарезка, салаты всякие, помидоры. Довольно много всего. Получается даже больше, чем обычно в других отелях. Едем дальше. Значит, столовые приборы, вилки, ложки, тарелки. Я знаю, мандолы. Значит, сыр. Ну, довольно неплохой. Хоть все хаят сыр, говорят, что сыр как бы в отелях очень плохой, его есть невозможно, то ничего подобного. Довольно неплохой сыр. И, значит, фета. Фета тоже выставлена у нас на блюдо, посыпана овощами, то есть классная штука. Тоже очень нравится. Чай, кофе, юпи, все как обычно. Значит, здесь у нас получается молоко. Молоко обыкновенное. Это у нас молочная каша, рисовая, очень неплохая, рекомендую. Это у нас тоже молочная каша, то есть два вида молочной каши, так и подобно. Бобы. Да. Это получается национальное египетское блюдо, здесь всегда их будет много. Сейчас вы хлопья не встретите здесь, потому что отдыхает 99,9% местных, поэтому хлопьев не увидите. А вот бобы будут в любом отеле. Так, у нас очень много специй, опять же, довольно много специй различных. И, конечно же, яичница. Всего более чем достаточно. Голодными точно не уйдете. И хлеб. В общем, довольно неплохо, в принципе. Люди моторно убирают все быстро, здесь довольно неплохо.